Здравствуйте, меня зовут Юра, я сомелье маркетов Поляна, а это моя коллега Виктория. Здравствуйте, сегодня мы с вами поговорим о правильной еде к шампанским и другим игристым винам. По международному законодательству, шампанским имеет право называться вино, которое произведено в провинции Шампань во Франции. Там же делаются лучшие игристые вина мира. Но кроме шампани, игристые вина отлично получаются в Италии и США. Игристые вина бывают розовыми, бывают белыми. Игристые вина бывают от брюта сухого до полусладкого и даже сладкого. Температура подачи игристых вин 5-7 градусов. Шампанское и игристое вино подаются в специальных бокалах, напоминающих форму тюльпана. У них прямые стенки для того, чтобы наш аромат не смешивался с воздухом, для того, чтобы не потерять его тонкость. Наиболее известные марки шампанского это Мэт Шандон, Дон Периньон, Вдова Клико. Но на самом деле есть много вариантов отличных игристых вин, которые менее дорогие, но очень хорошие по качеству. Делает Италия, к примеру, Просекко и Астин, и США делает классическим методом шампанизации Домен Сан-Мишель. Более универсальным шампанским игристым вином считается брют. Он хорошо сочетается с морепродуктами, легкими салатами. А суши? Если брать игристое вино или шампанское, полусухое или полусладкое, его лучше подавать к десертам или фруктам. Шампанское пьется не только в полночь на Новый год, и можно наслаждаться всю трапезу, и голова на утро не будет болеть, если вы выберете качественный продукт.